Посмотри, кто на нашем подиуме. Да, ребята, это битва с ученым Сансом. Ты хочешь уничтожить вселенную? Но только я ее сремиксил, проапгрейдил немного. Ну как немного. Добавил больше, чем в два раза больше. Теперь здесь все так. Плюс после специально такие еще такие есть. Ну, музыка, конечно, жесткая. Так. Значит, и теперь нужно победить. Я уже эвакуировал всех. Оу. Тихо, Санс. А ты не можешь как-то пощадить меня? Я не знаю. Имей пощаду. Санс, я знаю, что ты ученый, и ты знаешь, как все там взаимодействовать, но... Да. У него 500 хп, теперь не 16, как было. В то время немного спалился. Воу, просто стреляем. Так, стреляем. По тебе, Санс, по тебе. Вот это вот странный очень текст. Кстати, да, сегодня я хотел сделать видео по Game Empire, но забыл, как бы, когда ли, вообще говоря. Два дня назад Влад 2018 перестал быть руинами и исчез. Я уже эвакуировал всех. Да, Санс, ты эвакуировал всех. И как он телепортируется? Ты хочешь уничтожить вселенную или ты уничтожишь вселенную? Это, кажется, не моя или уже моя. Я не знаю. Как он телепортируется? В общем-то говоря, я это все сделал, чтобы было видео подлиннее, потому что... Ну, у него там эти атаки, которые были, ну... Минуты на 2, на 3. Ну, специально атака занимает много времени. Да-да-да-да. И тут как бы... Воу! Вот это жесткая атака. От которой я понятия даже не имею, как нужно вернуться. Потому что здесь нереально. Пожалуйста, конец. Пожалуйста, Санс. Санс. Не, я чего делаю там? Ну, короче, похилиться. Кстати, у него после пистолета будет второй этап, и там у тебя не будет никаких силок, поэтому нужно хилиться перед специальной атакой. Почувствую силу науки. Вот это точно уже та атака, которую я добавлял, хотя я вроде бы 15 не прошло атак. Это не моя. Как он телепортируется? А я откуда знаю? Почувствуй силу, или же Вот здесь такая поговорка, сосни тунца, вот он говорит, сосни науки. Боже мой, какое-то непонятное дерьмо говорю. Ладно. Не, это еще его, я такое так не ставил. Ну вообще, нам... Возможно, это даже затянется на несколько видео. Блин. После этой атаки я прям съем инстанудлс. Я просто уже эвакуировал всех. Я сейчас их метаботов... Метатон... А, блин. Так мне еще... продамажила. Посмотри, кто на нашем пути.
Да, жалко, конечно, 2018, но о, вот эта вот атака вообще, я не люблю эту атаку. В этом Battle Creator она очень лаганая. Ну, можно было сделать ее не лаганой, нормальной, но... Ты уничтожишь вселенную. А сейчас мне нельзя вообще никакого урона получить. Да блин, нет! Блять, лаги, ненавижу эти лаги. Ну все, у меня просто смерть сейчас. Потому что в конце он будет кидать об края и будет дамажиться урон. Получать я буду. Так, все, давай убивай меня. Ну вот ненавижу эти лаги. А еще ненавижу атаки. Большая часть в этом атак в Battle Creator очень дерьмовая. А еще он очень лаганый. Честное слово, мой Battle Creator намного лучше. Ну хотя бы там можно вернуться от всех атак. А здесь много атак, от которых увернуться невозможно. Я уже всех эвакуировал. Нет. Да. Санс, иди сюда. Ха-ха-ха-ха-ха. Уничтожь вселенную. Санс, да имей ты пощаду. Эту атаку я тоже не люблю. Потому что в ней она очень сильно лаганая. Очень много лагов. Как можно сделать такую лаганую атаку? Мы реально мусор, если мы можем делать его стульцем, бла-бла-бла. Ты хочешь уничтожить вселенную? Ты уничтожишь вселенную. Да, Санс, я это сделаю. И то, что... Так какого? Вот ненавижу я. Так какого? Какой чек, блин? Хорошо, все равно там извиняется, ну ладно. Я стреляю под музыку. Ты труду тут. Я уже всех эвакуировал. Ненавижу эту атаку. Ненавижу. Она лаганая. Как он телепортируется? Я откуда знаю? Я уже эвакуировал всех. Опа-на, да я смогу еще пройти эту атаку, оказывается. Хотя бы не получать самое фул количество урона, которое здесь можно получить. А ну-ка, давай, Санс. Смотри, кто и на нашем пути? На нашем пути Санс. Я же всех эвакуировал. Вот это вот атака сейчас лагать будет, я знаю. Ты сейчас будешь лагать. Сложность этих битв только в лагах. Давайте съедим, а инстанулы оставим на потом. Я же эвакуировал всех. Так какого? Я же двигался. Я же двигался, вы видели? Меня все равно задамажило. Я уже всех эвакуировал. Да и мать, налево только не эта атака. Сейчас я солью все хпшки. Потому что от нее увернуться нереально почти. Вау, я еще живой оказался. Почувствуй силу науки. А наука твоя ничтожная вещь. Наука, блин, какого хрена вообще они не умирали? Ладно. Короче говоря, сейчас уже 10 минут кончаются. Ну, хотя бы 2 видео. Ладно, всем спасибо за просмотр, всем пока. Если вам понравилось видео, ставьте лайки.
Если нравится видео, подписывайтесь на канал и все. А, колокольчик.